675 тысяч студентов со всей страны приняли участие в отборочном этапе 3-й Всероссийской олимпиады студентов «Я профессионал». Лишь каждый 56-й прошел в очный этап. За победу в олимпиаде боролся и студент с РФТИ Никита Юхтанов. Он участвовал в испытаниях в трех направлениях и по итогам двух стал победителем. Все дипломанты и победители, призеры не помню точно, да или нет, они зачисляются в базу «Я профессионал», где уже компании ведут некий поиск на стажировке студентов. То есть Никиту могут пригласить на работу в крупнейшие компании страны. Еще одним бонусом стало внеконкурсное зачисление в магистратуру. Я сейчас защитил диплом, и у меня, по сути, целое лето, и кому-то еще готовиться к экзаменам и поступать, и еще не факт, что они поступят, а у меня, по сути, есть возможности просто, условно говоря, зайти на сайт там ведущих вузов страны, выбрать направление, которое мне подходит по олимпиадам, где я занял победителя, там от победителя и медалистов берут без экзаменов, и, по сути, щелчком мышки поступить. Когда все испытания позади, кажется, что все было просто. Но в очном этапе участвовали 12 тысяч студентов, и победа досталась нелегко. Студенты с РФТИ участвуют в олимпиаде «Я профессионал» не первый год. В прошлом сезоне был даже обладатель бронзовой медали. В этом году свои силы решили попробовать 45 студентов. У нас вышло в отборочный этап 17 студентов. Мы участвовали в очень большом количестве различных направлений, начиная от арктических технологий и заканчивая физикой. По словам Тимофея Соловьева, участие студентов в конкурсах – это всегда проверка их знаний. Олимпиада «Я профессионал» отличается от других тем, что будущих специалистов проверяют на умение применять знания на практике. Студенты выполняют практические задания, которые придумали профессионалы. Поэтому этап олимпиады и называется «Я профессионал», поскольку проверяется именно знания, которые больше относятся к практике. По результатам олимпиады Никиту Юхтанова и Дмитрия Сёгина назвали одними из лучших выпускников НИАУ МИФИ 2020 года. Общий результат студентов с РФТИ – 10 победителей, 5 призеров, 17 финалистов. В награду дипломанты и финалисты получили поздравления от всего коллектива института, денежные призы и благодарственные письма руководителя Саровского физтеха. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.